По словам соседей, двойное убийство произошло на съемной квартире. Сначала туда заселилась пара, позже к ним присоединились еще двое. Люди говорят, что конфликт произошел на фоне ревности. Подозреваемый расправился со своей девушкой и якобы ее любовником. А затем на протяжении нескольких часов издевался над спутницей убитого мужчины. Только под утро она смогла сбежать и обратиться к соседям за помощью. Те вызвали полицию. Убийца пытался скрыться. В микрорайоне объявили план перехват. Досматривали каждую машину. Предполагаемого преступника задержали в тот же день. Үйден шығып кетті. Сосын мақұл кішкене түтті ашуы басылсын деп. Шық-шықты айтады. Сосын салымат айтады оған. Мен өзім көмектесем дейді. Калиберға қарай шығарады. Сол сәтте біз айқасып бастаймыз сол сөйтті. Кіммен? Салымат. Салымат. Сосын? Сол сәтте қолыма шағалан. Қай жақтан аласың пышақты? Көрден. Неше пышақты? Басында бір пышақ болды. Сосын? Саламатқа тұқанда. Сосын? По горячим следам установлен задержан 28-летний подозреваемый, который доставлен в управление полиции города Оттава. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99, части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется расследование, иная информация в интересах следствия не разглашается. Около 5 утра на помощь звала чудом оставшаяся в живых девушка, рассказывают соседи снизу. Ей удалось выбежать из рук убийцы и забежать к ним домой. Пострадавшая рассказала, что ее насиловали и избивали. Мама ушла на работу рано утром и оставила дверь открытой, чтобы сквозняк был. В один момент сестра будет меня и рассказывает о том, что вот к нам в дом забралась вот эта девушка в нижнем белье. И вот она убежала вот от этого маньяка. И то, что у них там на 8-м этаже убийство произошло. Она говорила то, что она только была в нижнем белье и как-то вот прикрывалась вот так вот, немного согнутая ходила. Сестра вызывала, да, полицию. Я услышала шум около 5 утра. Выглянула в окно, но все прекратилось. Утром соседи снизу уже рассказали, что в квартире произошло двойное убийство.